Всем привет, друзья! Продолжаем стройку этой прекрасной модели. Всем приятного просмотра! Теперь необходимо приклеить все элементы фототравления на кресло. Работа несложная, но достаточно кропотливая. Нужно быть предельно аккуратным. Также те элементы, которые с одной стороны не окрашены, но должны быть окрашены, соответственно, нужно будет окрасить. Также окрасим вот эти вот мягкие элементы на сиденье, спинке и подголовнике. Итак, для того, чтобы окрасить мягкие элементы, я воспользуюсь вот такими красками. Это Tank Green от Vallejo Model Air серии и Yellow Green. 112 и 100, точнее 0.41, по-моему, не помню, посмотрите в таблице. Итак, начинаем с базового цвета, с темного. Далее буду использовать Yellow Green для того, чтобы немножко выделить фактуру материала, из которого сделаны подушки. После того, как нанесли первый слой, уже вторым оттенком, который у нас был, берем тот же Yellow Green и подмешиваем еще чуть больше наш предыдущий замес. И точно так же наносим линии фактуры материала. И последним этапом окраски подушек будет нанесение чистого Yellow Green. Также, если вы посмотрите на фотографии данных кресел, то можно обратить внимание, что не на всех самолетах подушки имеют один и тот же цвет. Так что, в принципе, можно выбирать любой цвет, более-менее похожий на данный оттенок. Последним оттенком выделяем только края. Естественно, не у всех могут получиться такого размера полосочки нанести. Если у вас это не получается, достаточно окрасить элементы подушек просто по краям, придав немножко объема. Но в данном случае я делаю текстуру, потому что мне так больше нравится. Вот этот вот участок, он все равно будет закрыт под дополнительной накладкой. Excellent.
На этом данная серия завершается. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на наши ресурсы, ссылки на которые вы найдете в описании. Ставьте лайки. До новых встреч в новом выпуске. Продолжение следует.